Здравствуйте, Евгений Грапов. Отлично. По всем параметрам мы были сильнее. Происходили соперника на каждом участке поля, и поэтому мы победили. Забили намного больше голов, чем соперник. А как пока оцениваете выступление команды в турнире? Выступление команды пока проходит не очень гладко, потому что состав не всегда собирается, и первые матчи у нас были проиграны из-за этого. Но сейчас мы набираем обороты, и все остальные матчи будем побеждать. А какой прогноз можете сделать на выступление в целом в турнире? Какое место займете? Я думаю, мы в тройку войдем.